Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 29 января. Память святых мучеников Сильвана, епископа, Луки диакона и Мокия чтеца, царствование римского императора Нумериана, царствовали вместе с Корником с 283 по 284 год. Было великое гонение на христиан. Правителю города Эмезы поступил тогда донос на местного епископа святого Сильвана. Святитель вместе с диаконом Лукой и чтецом Мокием, связанные, предстали перед судьёю. Убедившись, что они исповедуют Христа Бога истинного, идолов же не почитают и поносят, правитель пришел в ярость, не в силах будучи склонить исповедников Христовых к идолопоклонству льстивыми речами. Судья подверг бичеванию их, после чего заключил в темницу. Долго томились там святые, пока правитель не потребовал их к себе вторично. Он приказал томить страстотерпцев голодом и жаждою, после чего приговорил отдать их на растерзание зверям. Когда святые мученики приведены были на место казни, и на них выпущены были разные звери, воины Христова помолились, чтобы здесь Господь послал им кончину. Молитва их была услышана, и Господь приял святые их души. К честным их останкам приблизились звери, но не коснулись их. Христиане же ночью тайно взяли мощи святых мучеников и предали их погребению, вознося благодарение Богу. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.